Рекламно-информационная программа. Слушайте доктора. Добрый день, это программа «Слушайте доктора», у микрофона Вера Власова. Сегодня мы поговорим о теме, которая напрямую связана с нашими ногами и ножками. Лето выдалось в Кирове, слава богу, жарким, прекрасным. С погодой повезло, и кто-то мог почувствовать некоторые симптомы, да, которые так или иначе связаны с различными заболеваниями ног. Об этом мы сегодня и поговорим. В гостях у нас врач-хирург, заведующий хирургическим отделением Кировской городской больницы номер 2 Константин Владимирович Койков. Здравствуйте, Константин Владимирович. Здравствуйте. Да, итак, различные симптомы. У кого они проявляются? Да, наверняка не только у женщин, да, как по себе можно судить, такие симптомы могут быть, и такие заболевания, как варикозное расширение вен, может быть. Вот расскажите, насколько здесь вовлечен еще мужской пол? Ну, сама по себе варикозная болезнь встречается не только у женщин, но и у мужчин. Конечно, в пропорциональном соотношении в основном это болезнь женская, вот, но и встречается, конечно, и у мужчин. Вот, а проявления варикозной болезни, то есть симптомы, тяжесть, отечность в ногах, судороги, вот эти симптомы, они не специфичны и они не обязательно связаны именно с варикозной болезнью нижних конечностей. Ну, к примеру, да. Вот, поэтому, если такие проявления встречаются у людей, то надо пройти обследование. Обратиться к специалисту. Обратиться к специалисту и определить причину этих симптомов. Ну, сейчас мы еще по вопросам пройдемся, да, и конкретно по многим симптомам поговорим. А, расскажите, пожалуйста, а почему вот именно женщинам такое счастье выпало, что именно женщины чаще всего встречаются с подобного рода симптомами? Вообще варикозная болезнь – это заболевание, в основе которого лежит нарушение обмена веществ, наверное. Нет, не обмена веществ, нарушение свойств эластина, который входит в состав стенки вены. Вот, и в основном это связано все-таки, должны быть какие-то генетическая предрасположенность. Вот, но одна генетическая предрасположенность, она не приводит к развитию варикоза. Нужны еще производящие факторы. Вот, что в основном у женщин встречается наиболее часто как производящий фактор, это беременность. Вот, при этом происходит... Там отеки ног часто встречаются, да? Отеки ног – это уже вторичное проявление. Вот, а причина развития варикоза чаще у женщин при беременности – это сдавление беременной маткой сосудов нижней конечности и нарушение оттока крови, за счет чего происходит разрушение клапанной системы. Вот. У мужчин тоже встречается варикозная болезнь, но гораздо реже. Вот у них провоцирующими факторами, конечно, чаще всего являются тяжелые физические нагрузки или статические нагрузки, что, в принципе, в конечном итоге приводит к таким же проявлениям. Вот. Статически, да, это имеется в виду сидение на месте? Это длительное нахождение в сидячем положении или стоячем положении, вертикальном, при отсутствии движений. Вот у нас устроена венозная система в ногах таким образом, что из нее происходит отток за счет работы мышц в нижних конечностях. Если этого не происходит, то отток затрудняется, что приводит к проявлению, вот, появлению расширенных вот этих узлов, ну и вторичного выхода форменных элементов крови из просвета сосуда, задержки жидкости, ну и появлению вот этих симптомов тяжести, отеков, ну и в тяжелых случаях развития даже язв. Даже язв. Но это уже как крайняя степень венозной недостаточности, развития трофических венозных язв нижних конечностей. Да, ну давайте конкретно по симптомам пройдемся. Но вот то, что некоторые могут почувствовать, тянет ноги, особенно после трудового дня, рабочего дня, приходит кто-нибудь домой и ощущает, что вот ноги тянет, либо даже на работе, либо на отдыхе, да, после ходьбы. Что это может быть? С чем это связано? Ну, тяжесть, судороги, тянущие ощущения в ногах – это не обязательно проявление варикоза. То есть это может быть и у нормального, здорового человека, когда длительное время
находится в вертикальном положении, это может быть связано с естественной усталостью. Вот, то есть, если такие симптомы появляются, то, конечно, надо обратить внимание на внешний вид самой венозной системы. Вот, в начальных стадиях может появляться небольшая сеточка, которая потихоньку превращается в более... Багровенькая такая, да? Ну, как расширение капилляров кожной, именно самой кожи. Вот, в последующем более значительное расширение, появление узлов. Вот. Ну и, конечно, вот при наличии симптомов, которых вы сказали, и при наличии вот таких внешних изменений со стороны вен, это можно считать, что как проявление варикозной болезни. Угу. Нижней конечности и вот именно этих симптомов. Я к тому, что тяжесть и отеки, это не обязательно связано с варикозом. Это может быть связано и с обменными нарушениями, и с электролитными нарушениями. И если вот летом жарко, избыточная инсоляция и недостаточное потребление жидкости может приводить к сгущению крови, к нарушению перфузии тканей и вызывать аналогичные же симптомы. Если человек почувствовал вот этот симптом, да, что ноги тянет, либо мышцы сводит, что делать? Ну, если это связано с избыточным, с малой подвижностью, то лучше необходимо походить. Как-то походить, размяться, да? Да. То есть вены на ногах у нас любят, когда человек ходит. Поэтому после работы сидячей лучше всего, лучше отдых – это пройтись пешком. Да и в процессе, наверное, тоже, да, изредка лучше вставать, проходиться как-то по коридорам. Вот, ну, если есть такая возможность, да, конечно, в течение, ну, примерно часа статической нагрузки желательно провести какие-нибудь физические действия. Вот. Можно, ну, если есть возможность, то после рабочего дня сходить в бассейн. Бассейн – это очень положительное оказывает воздействие на вообще работу всех систем, и дыхательной, и сердечной, в том числе, и кровообращение в конечностях. При плавании, например, работают все группы мышц, и происходит вот восстановление этого. То есть даже если человек устал, бассейн никогда не помешает, правильно понимаю? Ну, здесь не имеется в виду спортивные нагрузки, а именно ради отдыха. Да, да. То есть не для достижения целей каких-то высоких результатов, а для работы всех групп мышц. Для отдыха через работу? Через смена работы есть отдых. Да. А бывают еще такие ощущения в ногах у некоторых, когда вот мышцу прям сводит и до судорог. А в этом случае некоторые специалисты советуют потянуть мышцу. Да, что это такое, откуда это берется и как вот на самом деле с этим бороться? Судороги – это тоже не патогномоничный симптом варикозной болезни. Он встречается при различных заболеваниях. И нередко это является симптомом электролитных нарушений. То есть недостатком может быть связано магния. Вот. Может То есть быть, он так резко выразился, нет, этот недостаток магния, да, что вот прямо вот в одну секунду? Ну, почему нет? Судорог – это же всегда острый процесс. Да. Но он не развивается на пустом месте. То есть есть предпосылки. Либо это варикозная болезнь с нарушением оттока и венозной недостаточностью. Либо это какие-то неврологические нарушения, то есть связано с патологией периферической нервной системы. Либо с патологией с нарушением обмена веществ и с электролитными нарушениями. Калия, магния в том числе. И это может быть как проявление недостатка магния. Вот отсутствие варикоза на ногах и наличие судорог, это может быть связано с этим. Угу. Поэтому тут определиться не знающему человеку самостоятельно сложно. Поэтому если такие проявления встречаются регулярно, то есть ежедневно, то лучше обратиться к врачам, к врачу, да, и провести обследование, определиться с причиной этого. Угу. Да, подойдем все-таки в сторону уже варикоза, да, перейдем. Много мы уже о нем говорили в наших программах. Вы уже доступно рассказали
понятно очень, откуда он берется, как это все проявляется. Профилактика вот именно варикозных заболеваний, появление вот этих вот сеточек, про которые вы говорили. Ну, с учетом наличия наследственности у пациента, да, то есть можно предположить, что и у самого человека, у которого есть наследственность, может развиться варикоз. Поэтому, ну, с целью профилактики основной, конечно, это двигательный режим. Вот. Если только появляются начальные признаки варикоза, то есть вот появление этой мелкой сеточки, да, когда еще не требуется никаких оперативных вмешательств, и чтобы задержать развитие вот этих тяжелых проявлений венозной недостаточности, нужно носить все-таки компрессионный трикотаж. Это... Даже летом? Ну, это сложно, это сложно. И когда жарко, это некомфортно. Но с учетом нашей территории у нас лето всего 3 месяца в году. Ну, слава богу, что они и то есть. Вот. Остальное время довольно прохладно, и компрессионный трикотаж эффективен. То есть летом все-таки можно его не носить? Если... До тебя он. Ну, все зависит от, насколько выражено проявление варикоза. Вот, и если варикоз значительный, и если симптомы выражены, то, наверное, пациенты либо испытывать им вот эти симптомы тяжелые, некомфортные, либо компрессионный трикотаж с облегчением. То есть это решит сам пациент. Угу. А еще до обнаружения таких тяжелых симптомов, необратимых? Ну, в плане... Вот именно в плане профилактики, да. Образ жизни, ясно, образ более жизни, подвижный. Значит, питание. В принципе, какой-то специальной диеты, которая бы могла... Спасла от варикоза. Спасла от варикоза, ее нет. То есть питаться можно всем, но, естественно... Витаминчиков, может, каких-то побольше? Нет, ну, одни витамины тоже тут не приведут к избавлению. Ну, от... понятно. Вот. Это не панацея. Для просто для профилактики, ну, каких-то отдельных витаминов принимать не надо. Это, в общем-то, ничего не даст. Полноценное, разнообразное питание, и в нем достаточно витаминов тех, которые необходимы. Но витамин С, он поддерживает состояние венозной стенки. Да, витамины Е, витамины группы Е. Это растительные масла. Вот, значит, антиоксиданты. Вот, растительные масла, причем это, наверное, даже не столько подсолнечные, оливковые, ну, сколько вот там и подсолнечные, льняные, кстати, богато. Льняное масло очень хорошо, да, слышала. Вот. Что как бы совсем нельзя, такого тоже нет. Можно все, но в ограниченных количествах. Вот. Нельзя, когда нельзя употреблять в пищу очень крепкие чаи, крепкий кофе. Да, интересно, почему? Ну, вызывает обменные нарушения и сгущение крови может вызвать. С вытягиванием влаги, да, это связано? Да, вот, и наверное, соленая очень тоже нельзя. Соль задерживает жидкость избыточно. Вот, то есть... Также к этим продуктам, наверное, можно отнести творожок. Только нами любимый, который тоже. Ну, я говорю, что можно все, но в ограниченных количествах. Угу. Вот. Алкоголь в значительных количествах, само он собой тоже вреден. Это могли уже не говорить, это и так все знают. Надеюсь, что все знают, большинство. А вот травы некоторые там рекомендуют, какие-то там особенные травы пить. Вы слышали что-нибудь об этом? Ну, тут я особо ничего не скажу, потому как дела с травами не имею, и личного опыта применения каких-то трав нет, поэтому не практикую. Не практикую, да. Но у вас другая работа. Я думаю, что нет все-таки таких ни местных препаратов, ни фармпрепаратов, которые бы конкретно вот принял таблеточку и варикоз исчез. К сожалению, такого нет. Все травы, все местные препараты, все флеботоники, они облегчают симптомы, они действуют на симптом. Это вот эти гели, крема, которые нам рекомендуют от тяжести в ногах. Да, это снимает, уменьшает симптомы венозной недостаточности, но не устраняет саму
само изменение стенки вен и не убирают вот эти узлы. Угу. То же самое и с травами. Если кто-то практикует это, то тоже воздействует на симптомы. То есть мы можем предположить, да, наверное, с некоторой долей уверенности даже заявить о том, что ни один препарат, никакие таблетки от варикоза не уберегут наши ножки. Избавить не избавят. Не избавят. А в профилактическом плане? Оно не является средством профилактики. Оно снимает симптом все-таки. Угу. То есть даже если еще варикоза как такого выраженного нет, и принимать какие-то препараты, это не избавит от того, что может развиться он дальше. Но может облегчить самочувствие. Облегчить эти симптомы. Вот уменьшить тяжесть, могут прекратиться судороги вот эти. Вот. Но избавить от варикоза нет, к сожалению. В такие моменты, как опять-таки возвращаясь к народной медицине, контрастный душ. Ну вот контрастный душ, и он как раз полезен и эффективен, особенно когда вот именно появляются первые вот эти симптомы. Угу. Усталости, тяжести к концу рабочего дня. Это стимулирует сосуды, улучшает отток. То есть то же самое, что мы с вами про бассейн, в принципе, да, говорили, да? Да. Вот. Ну, когда варикоз выраженный, и варикозные вены большие, и контрастный душ может спровоцировать развитие тромбов. То есть вот избыточный перегрев и быстрое охлаждение в расширенных венах может спровоцировать тромбы. Если человек понимает, что вены уже расширены, то лучше относительно их нормального состояния, да, будем так говорить, то лучше бы контрастного душа избегать. Наверное, так же, как и долгого пребывания на солнце, да, инсоляции. Ну, избыточная инсоляция, да. С варикозной болезнью загорать можно, но только, естественно, в утренние и вечерние часы, и по времени ограничено. Вот, длительное нахождение на солнце, но само по себе может привести к перегреву, к потере жидкости и сгущению крови и развитию тоже этих осложнений. Поэтому, усугублению состояния. Да, все можно, но в меру. Сколько примерно по времени можно позагорать? Утренние часы, вечерние часы, около часа. Около часа, да. Часик утром, час вечером. Да, я думаю, что это сильно не повредит. Да, кому-то, может быть, еще в отпуске пригодится такая помощь, такой совет. А вот про аспирин еще пишут, что вроде как тоже как-то может помочь. Но аспирин – это препарат ацетилсалициловой кислоты. То есть та же самая витамин С, да? Нет, это абсолютно разные вещи. Витамин С – это витамин С, а аспирин – это ацетилсалициловая кислота, которая разжижает кровь. Вот. Она принимается и назначается не для лечения самой варикозной болезни. То есть она тоже не убирает вены, не сужает их, не повышает. Но опять-таки борьба с симптомами. Вот. Она уменьшает вероятность развития осложнений, грозных осложнений в виде тромбозов. Поэтому при выраженных варикозах и у пациентов старше 45 лет препараты аспирина назначаются. Но все, опять-таки, это через лечащего врача, через консультацию. Ну, самостоятельно, конечно, лучше никаких препаратов себе не назначать. Потому что у любого препарата есть и противопоказания, и побочные эффекты. И поэтому надо все оценить в комплексе. Про баню еще мы не договорили. То есть греться тоже лучше не надо. Если варикоз еще на начальных стадиях, то, в принципе, посещать бани можно. Вот. Но тоже ограничить период нахождения прогрева и исключить все-таки парение ног. Что тоже может провоцировать осложнение варикозной болезни. Да, ну вы так говорите, что вот если варикоз, чтобы облегчить состояние, компрессионное белье, в баню не ходить, обтягивающие не надевать. А на самом деле, как сделать так, чтобы не допустить ситуацию до такого? Может быть, возможно, хирургическим как-то путем это все предотвратить? Ну, хирургический метод лечения уже применяется на более поздних стадиях, когда действительно без него уже не обойтись, и очень высокий риск осложнений. Вот. А
компрессионный трикотаж – это вещь очень полезная все-таки. И она дает эффективность, ну, вот мое мнение, что эффективность 50% от всех вот применяемых методов, mm-hmm. эффективность от компрессионного трикотажа дает вот такую цифру. То есть даже есть симптомы, нет симптомов, в любом случае это полезно носить, как вы считаете? Если есть начальные признаки расширения вен, если появляются симптомы такие, вот, то компрессионный трикотаж все-таки обязателен. Угу. Это может задержать, отложить время, когда потребуется операция. Вот. И облегчить симптомы все эти. Угу. Но все-таки с компрессионным бельем там как-то, ну вот, на мой взгляд, как-то все равно это не очень удобно. А почему важно так, когда хирургическое вмешательство возможно только на поздних стадиях? Почему нельзя это раньше предотвратить? Но все-таки операция – это инвазивный метод. Это вмешательство. Это вмешательство. Как бы мы ни старались сделать все правильно, все равно любая инвазия сопряжена с риском. То есть тут надо взвешивать все за и против. То есть когда возможно обойтись без операции в начале и можно скомпенсировать все эти симптомы с помощью компрессионного трикотажа, фармпрепаратов, угу. то операция, в общем-то, и не показана. Угу. А вот эти вот сеточки, про которые вы говорите, возможно их как-то убрать, удалить? Сеточки на ногах, то есть тут надо тоже понимать, что это может быть проявлением, начальным проявлением варикозной болезни. Да, да. А может быть связано и не с варикозной болезнью, то есть с патологией именно капилляров на уровне кожи. Вот так же, как такие же сеточки бывают на лице. Угу. Это ведь не связано с варикозной болезнью. Слабые капиллярчики, да. Вот. Поэтому вот сама эта капиллярная сеть, она чисто имеет косметический дефект. Как бы в них не происходит такого застоя и не может нам вызывать таких симптомов, вот как тяжесть, угу, отечность, угу. судороги, все. То есть это просто косметическое такое? Вот. Нет, если это как проявление, вещь. Начальное проявление варикозной болезни, да, вот, эту сеточку можно убрать. Есть методы и лазера, терапии, и электро. Коагуляции. Вот, но надо понимать, что если это связано, вот развитие этой венозной сеточки с начальным стадием варикозной болезни, то через какое-то время она появится снова. Mm-hmm. Вот. Если это связано с патологией капилляров на уровне кожи, то это будет значительно и косметически хороший эффект, и длительный. Вот, поэтому вот если это связано с варикозной болезнью, убрав сеточки на начальной с целью косметики, если носить компрессионный трикотаж, то они 50% вероятности не появятся. То да? Они могут появиться, но значительно позже. Угу. Вот. А если второй случай, вот как вы говорите, патология капилляров, нужно какое-то дополнительное лечение? Ну, это если связано это с чисто патологией на уровне местной, на уровне угу. кожи, то. То есть это может быть именно такой местный эффект, да? Чтобы да. именно здесь появилось да, и больше да, не появится. Да, да. Ну, такое крайне редко, конечно. На ногах это редкость. Конечно, чаще это проявление, начальное проявление варикозной болезни. Идем дальше. Лечение хирургическим вмешательством. Вообще, как лечение происходит варикоза? То есть человек обнаружил у себя, к примеру, сеточку, да, либо уже последствия вот этого, да, то есть отечность, вылезшие вены, не дай бог, да, и он обращается к врачу, да, например, к вам. Да, ну вы уже, наверное, оперирующий хирург, да, да. какие-то предварительные специалисты существуют, да, которые к вам уже направляют. Что с этим человеком происходит? Ну, если возникает все-таки потребность в хирургическом вмешательстве, то есть когда довольно высокий риск развития осложнений, то применяются хирургические методы лечения. Угу. Их на настоящий момент довольно много. От мини-инвазивных до традиционных способов, то есть до полного удаления расширенных вен подкожных на нижних конечностях. То есть именно ту вену, извините, что перебиваю, именно ту вену, которая выделяется, именно ее удаляют? Ну, как не специалисту, я не знаю, объяснить да, уж, сложно, но суть патологии при варикозной болезни в том, что разрушаются клапаны и происходит заброс крови, обратный ток
с расширением в системе подкожных вен. Угу. Вот, и операции направлены на то, чтобы исключить вот этот заброс в большие основные стволы и притоки подкожных вен. Поэтому суть операций одна, что при мини-инвазивных, что при традиционных методах. Вот, только достигается это разными способами. Вот, мини-инвазивные операции, они возможны и в амбулаторных условиях, вот, при наличии соответствующего оборудования. Вот, они производят склерозирование изнутри сосуда основных стволов подкожных вен и прекращается в связи с этим заброс. Так, а теперь для тех, кто не в теме, что такое склерозирование? Склерозирование – это сваривание, так скажем, вены изнутри. Либо физическими методами воздействия, лазерной температурой, либо химическими склерозантами. Вот. То есть тут должен быть индивидуальный подход. Когда, в какой стадии, какой метод лечения применить. Угу. Вот. В начальных стадиях заболеваний, когда имеется не так большое, не так выраженное расширение вот этих вен, когда немного по площади вот этих узлов, то возможна и склеротерапия, то есть отдельное склеивание вот этих расширенных венок и, естественно, обязательно устранение заброса в основной ствол. Вот. При более выраженных уже расширенных венах тоже сейчас есть методики эндоваскулярные, которые позволяют склеивать изнутри уже более вены более крупного диаметра. Ну, когда уже нет возможности для такой терапии, ну, необходимо применять операции открытые, то есть по удалению полностью вот этих всех расширенных вен. Ну, с использованием мини-флебоктомии тоже косметический эффект довольно неплохой. То есть рубчиков там будет вот, практически не будет, наверное, да? Будут, но маленькие. Маленькие, незаметненькие. Вот, со временем они практически незаметны будут. А, ну, длительность операции, я думаю, что тоже в зависимости от метода различная. Ну, каждый хирург никогда во время операции не считает время, сколько он это потратил. У него другие категории размышления. Операции не так сложные, как кропотливые и все-таки долгие. По времени это не быстро происходит. Вот, нам необходимо качественно выполнить все основные этапы, чтобы у человека в последующем как можно меньше была вероятность развития рецидива, то есть повторения. Расширение вен в других местах. То есть вы здесь даже такую некоторую гарантию сможете дать, что минимизировать стараетесь до возникновения рецидива? Если выполнять все основные этапы, которые необходимы, то да. Пациенты наверняка мыслят иными категориями, чем хирурги. Послеоперационный метод восстановления, как оно происходит, долго ли оно происходит? Реабилитация, конечно, зависит от метода операции. То есть вот при мини-инвазивных методах реабилитация происходит быстро. Угу. Ну, довольно быстро. Это 2 недели примерно так вот. Все это время, 2 недели, пациент находится в медучреждении? Нет, конечно, нет. При мини-инвазивных методах я уже говорил, что это возможно и в амбулаторных условиях, и на дневных стационарах. Угу. Вот, то есть просто показывается минимальное врачу, количество нахождения круглосуточного в медицинском учреждении и потом наблюдение амбулаторное. Вот. При более тяжелых случаях варикозной болезни с выраженными, когда имеются и язвы уже на ногах, приходится таких пациентов оперировать, чтобы избавить от этих язв. То есть, естественно, период реабилитации дольше. Но обычно после операции, даже открытой, пациенты находятся в стационаре около недели. И не очень много. Если есть возможность, ну, то есть пациент проживает недалеко, и
близко доступна медицинская помощь, то, в принципе, можно отпускать и раньше, но под контроль, чтобы был доступен для осмотра пациента. Что можно и что нельзя после операции? В плане каком? В плане, ну, вот эти же самые солнечные ванны, бани, нет, ну, бассейны. После операции тут, естественно, никаких таких физических воздействий абсолютно не показано. Ни солнечные ванны, ни бассейны, пока не заживет. А после того, как заживет? После заживления, в принципе, человек может вернуться к обычной жизни. То есть даже человек, который поступил на хирургический стол, будем так говорить, с довольно-таки устоявшейся стадии варикозного заболевания, после операции может вернуться к своему обычной жизнедеятельности, да, вот, и ездить себе, пожалуйста, на пляжах, да, валяться и в баню ходить, правильно? И в баню ходить можно, и на пляж ходить можно, но все в меру. А физические нагрузки? Физические нагрузки тоже в меру. Тяжелые физические нагрузки вредны как при развитии варикозной болезни, так и после операции. То есть избыточные нагрузки, которые вызывают повышенное давление в брюшной полости, это все давит на сосуды нижних конечностей. То есть и легкий провоцирует. Фитнес, да, возможен. Ну, легкий фитнес, да, возможен. Замечательно. Да, и давайте еще поясним, кому можно обратиться, в частности, вот в больнице номер 2, Кировской городской больнице номер 2, для того, чтобы получить какое-то заключение, либо в крайнем случае направление к вам. Да, что это за специалисты, как к ним можно обратиться? Ну, вообще у нас в Кировской области уже система давно отработана. То есть любой пациент с имеющимися у него проблемами с ногами, в том числе и с варикозной болезнью, может обратиться в любую поликлинику, где есть хирург. Его посмотрят, вот, могут проконсультировать также сосудистым хирургом. То есть записываться именно к хирургу нужно? Ну, на прием надо идти сначала к хирургу. Вот. И если есть необходимость, консультация ангиохирурга, то есть сердечно-сосудистого хирурга, особенно в сложных случаях. Вот. Если амбулаторно у пациента или даже после длительного наблюдения, консервативного лечения возникает необходимость в операции, таким пациентам дается направление на стационарное лечение, на оперативное лечение. Вот. Таких больниц у нас по городу несколько, в том числе и наша больница. Вот по направлению из к вам тоже могут обратиться. По направлению из поликлиник, да, пациенты приходят. У меня ведется отборочный прием для операции. Я их осматриваю, ставлю на очередь. Пациенты обследуются амбулаторно, ложатся, оперируются и дальше наблюдаются все в поликлинике. Точно так же, как и в других больничках города Кирова. Да, ну что, на этом мы вынуждены закончить. Итак, при случае, если у кого-то есть, да, там кто-то обнаружит у себя подобные симптомы, возможно обращение к хирургам, да, как мы сказали, в любой поликлинике, в принципе, есть хирурги, которые принимают. Но дальше кому-то, может быть, повезет, да, попасть к нашему сегодняшнему гостю. Да, ну, повезет в кавычках, наверное, да, все-таки. Константин Владимирович Койков, это врач-хирург, заведующий хирургическим отделением Кировской городской больницы номер 2. Спасибо большое, Константин Владимирович, за подробный, интересный вновь, да, повторением отечения рассказ про варикозные заболевания, варикозное расширение вен. Всем вашим пациентам выздоровления скорейшего. Да, успешных вам операций, да, и ждем вас с новыми темами у нас в студии. Спасибо. Спасибо, будьте здоровы. До свидания. Слушайте доктора. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь у специалиста.